Три, два, один. Мотор. Потрясно! Супер! Просто потрясно! Только не он. Ты ведь знал, что я буду против. Ты буквально последний в списке тех, кого бы я наняла. Я хочу тебя ударить. Очень сильно. Я не против. Только давай где-нибудь наедине. Ты просто исчез. Ни звонка, ни сообщения. Я правда хотел извиниться. Не нужно ничего объяснять. Мы просто переспали. Ну, как жизнь? Ненавижу этот ваш каскадерский оптимизм. Я режиссер. Сейчас подожжем его. Ты каскадер. Мы должны вести себя как профи. Профи — мое второе имя. Ты же вроде говорил опасность. Ну как, босс? Серьезно? Да. И с кобурой? Все, он в кобуре. Забудь про это навсегда. Том Райдер. Мировая звезда экшн-фильмов пропал без вести. Ты должен найти его иначе. Фильм Джоди не выйдет. Почему я? Ты ведь дублер, тебя никто не заметит, это ж твоя работа. Без обид. Да ничего, нет, обидно. Найдешь Райдера, спасешь фильм Джоди и вернешь любовь всей своей жизни. Я не главный герой, я дублер. Но не сегодня. Том, тебя на съемочной площадке заждались. Труп в ванной со льдом? Он прям мертв, Гейл. Прям супер мертв. Он спутался с очень мутными ребятами. У меня не было выбора. Пришлось включить режим Джейсона Борна. Они пытались убить меня. Не понарошку. Ты сможешь? Не, не сможешь. Слишком опасно. Спущусь по лестнице. Ладно! Что с твоим лицом? Выглядишь ужасно. А ты прекрасна. Ты падаешь и тут же поднимаешься. На что ты готов ради того, кого любишь? С меня потом выпивка, обещаю. Держись крепко. Да, каскадеры! Ты завтра занята? Может, сходим на пляж? Выпьем по Маргарите! Совершим пару ошибок? Да!